продолжением, чтобы выйти второй. А с другой раз, ну когда еще увидимся, надо пользоваться каждым моментом, чтобы обменяться. Вот я прошу прощения за листочек. Это совершенно новое стихотворение. Очень долго не читала. И, короче, я его впервые вслух произношу вообще сейчас. Очень долго не писала, а потом неожиданно вот студенты ГИТИСа, моя дочь Алена с однокурсниками, задумали постановку некую музыкальную. И вот это стихотворение, оно должно звучать в финале. И, возможно, оно в моем исполнении больше не будет звучать, а будет в исполнении каких-нибудь будущих звезд театра. Даст Бог, чтобы они это все довели до конца. И посвящается, мне кажется, всем нашим сегодняшним выступающим, музыкантам. Взгляни, мой друг, на улицу. Она не помнит нас, хотя в себя впитала все то, что наши жизни составляло. Душевный микс прозрений и вина, любви с печалью, фирменный букет и музыку высокого накала. Все то, что через столько глупых лет мы почему-то назовем судьбою. Но мы увековечены с тобою здесь ни доской, ни памятником. Нет, шашлычным дымом, дымом сигарет, дождем и снегом, небо синевой и дробью каблуков по мостовой, и песней о печали и любви. Другие темы, ну-ка, назови, они не стоят века и таланта. Да, песней, брат, пускай на новый лад, пропетую безвестным музыкантом, пришедшим петь и плакать на Арбат. Спасибо большое.